Это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит. Фрэнк's on the second floor in the tech lab. Make it quick. People's lives are at stake. Боже мой, мистер Дженсен. Я... Мне казалось, вы... О? Я думаю, вы здесь по поводу вторжения. Вам подсказать, где у нас что находится, или... Ну, не столько же времени прошло, Синди. Может, я изменился внешне, но моя память почти не пострадала. Ой, я не в том смысле. То есть, конечно, с вашей памятью все в порядке, сэр. Просто все так сильно изменилось. С тех пор... Со дня первого нападения? Да, сэр. Лаборатории сильно пострадали. Их ремонтируют, но большинство наших сотрудников работают на других местах. Всех остальных тоже переместили, так что, если вам нужно кого-то найти... Где техническая лаборатория? Это не вполне лаборатория, сэр. Это скорее кабинет, забитый компьютерами. Мистер Причард постоянно на это жалуется. Позади меня лестница, поднимитесь по ней и поверните направо. Она будет в конце коридора. Вертолетную площадку не перенесли, верно? Я не знаю, как бы мы могли перенести... А, вы меня дразните. Очень смешно, мистер Дженсен. Поднимайтесь на второй этаж и мимо кафетерия к выходу. Мне кажется, я видела, как туда прошла Фарида. Говорите, всех перетасовали? Почти всех. Кого вы ищете? Мне нужен кабинет шерифа. Ой, они с миссис Маргулис все еще в пентхаусе. Чтобы попасть туда, воспользуйтесь лифтом в левом крыле здания. Мой кабинет перенесли? Нет, сэр. У вас все тот же прекрасный вид на фойе. Мистер Причард хотел забрать его, но миссис Маргулис не позволила. Два этажа наверх, а затем направо. Спасибо. Это моя работа. Что-нибудь еще, сэр? Я найду дорогу. Как скажете. Знаете, хорошо, что вы вернулись, сэр. Дензел Митчелл, вам звонят по телефону. Знаю, но Дженсен? Ему еще не рановато возвращаться. Почему Дэвид не дает спецназу войти внутрь? Он что, забыл, что случилось в прошлый раз? Знаете, просто хулиганье. Вооруженное хулиганье. Оружие убивает людей. Дэвид, конечно, заботится о своих. Говорите. Ника Пайл, вы забыли выключить фары у машины. Ника Пайл, вы забыли выключить фары. Дженсен? Ой, вы подошли так внезапно. Вам, наверное, пора идти на вертолетную площадку. Я пойду. Но сначала объясню кое-что. Насчет моего психического состояния. Вы все слышали? Слушайте, мне очень жаль. То, что случилось с вами, ужасно. Люди редко выздоравливают так быстро. И вы считаете, мне было бы лучше сидеть дома и без конца себя жалеть? Конечно же нет. Просто здесь все так сложно, Дженсен. Меньше всего нам нужны новые похороны. Согласен. Да, кстати, в Мексикантауне творилось черт знает что, но меня не уволили из-за этого. Я ушел сам. Разве есть разница? Да, так называемая честь. Возможно, когда-нибудь вы узнаете, что это такое. С возвращением, мистер Дженсен. Новая внешность вам очень идет. Думаю, это слишком рискованно. Он чудом не умер во время операции. Мне кажется, с ним все хорошо. Не в этом дело. Дополнительные импланты.
Система слежения и все остальное, что оплатил Дэвид, в этом не было необходимости. Тело не вынесет столько без дополнительной поддержки. Очевидно, после нападения Дэвид решил, что охрана должна быть лучшей из возможных. Тут кто-то есть? Наверное, послышалось. Так вот, я хочу сказать, это еще раз доказывает, что Дэвид заходит слишком далеко. Может, ты и права. Интересно, что сделал бы Дженсен, если бы знал, что был на волосок от смерти? Сложно сказать. Ладно, работать надо. Давно пора. Что случилось? Ты застрял, когда лез через вентиляцию? Я тоже рад тебя видеть, Фрэнсис. У меня что-то с экраном сетчатки. Можешь поправить? Если это то, о чем я думаю, вероятно. Конечно, это немного боль. Похоже на рассинхронизацию левого и правого процессоров изображений. Но не переживай, скоро сработает твой страж здоровья. Этот имплант устранит все повреждения. Теперь твой экран сетчатки должен быть в норме. Программы распознавания пока не могут выявлять противника, но ты должен видеть радар и сетку наведения. И биомедицинские данные, если с тобой что-то не так. Так, мы закончили. Шариф ждет меня на вертолетной площадке. Точно. Радикалы ворвались на наш завод и захватили заложников. Возможно, на этот раз ты сможешь кого-нибудь спасти. Радуйся, что я решил пропустить это мимо ушей. Закончим на этом. Да, кстати, Дженсен, я знаю, твое тело сильно изменилось в последнее время, но женщиной ты пока не стал. Не стоит заглядывать в дамскую комнату. Адам, ты далеко от площадки? Почти на месте. Хорошо, потому что спецназ уже готов превратить все это в показательный кошмар. Жду тебя в вертолете. Когда вылетим, я изложу суть дела. С этим действительно стоит движение за чистоту, да, мистер Кен? Не имели еще. С возвращением, Дженсен. Не ожидали увидеть тебя здесь так скоро? Ты знаешь, как это бывает, Малик. Зов долга. Мне ли не знать. Когда меня вызвали, на мне был летный костюм. Застали меня прямо на крыше Ренессанс-центра, но ты... Дьявольски сложно вернуться с того света всего за 6 месяцев. Ты уверен, что готов? Есть только один способ что-то узнать. Так точно. Босс уже на борту. Спорит с оперативниками из полиции Детройта. Они окружили завод, но шариф хочет, чтобы ты вошел туда первым. Все готовы? Чем раньше вылетим, тем лучше будет для всех. Я готов. Прекрасно. Тогда поехали. Я велел Фариде высадить нас на крыше. Не хочу, чтобы толпа видела, как ты войдешь. Хорошо. Если она заберет вас, как только я уйду. Итак, что мне искать здесь? Кто эти парни? Защитники человеческой чистоты, так они себя называют. Те самые защитники, которые бомбили клиники Протез по всей стране. И вы в это верите? Вряд ли они случайно напали на нас сегодня, через несколько часов после доставки тайфуна в цех сборки. Тайфуна? Команда Меган занималась его тестированием в тот день, когда... Кто их главарь? Адам, я знаю, что вы с Меган были... Кто их главарь?
Называет себя Сандерсон. Вон он там. У него нет имплантов, Адам. Его не могло быть среди наемников, которые напали на нас, но он отлично знает, как проникнуть на фабрику. Хорошо. И что я должен делать? В первую очередь Тайфун. Я не пущу спецназ внутрь, пока ты не спрячешь его. Но в остальном я полагаюсь на тебя. Мочить или нет? Я не собираюсь использовать там оружие. Достаточно нейтрализовать их. Хорошо. Но убедись, что эти сволочи не успеют предупредить своих дружков. Ты же помнишь, что там? Много тесных замкнутых коридоров. А вот в цехах места полно. Высокие потолки. Тебе нужно что-нибудь для дальнего или для ближнего боя? Что-нибудь дальнобойное. Если я подойду достаточно близко, то и сам управлюсь. Только постарайся не разбить ничего ценного. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Ричард может рассказать об этом больше, чем я. Он проводил там коммуникации. Потрясающе. Что-нибудь еще? Смотри в оба и ищи заложников. Если получится, освободи их. Но помни, что главное — Тайфун. Это разработка для литерных учреждений. Если они не получат ее в целости и секретности... Ладно. Уверен, ты справишься с этим заданием. Джентльмены, приготовьтесь к посадке. Готовы идти? Отлично. Будьте осторожны, некоторые из них бегают курить каждые 5 минут. Господи, наконец-то! Что же там такое прячет ваш босс, что готов пожертвовать своими людьми, а? Скажите, вы тот самый парень, которого мы все уже заждались? Служба безопасности, Дженсен. Дженсен? Кажется, я вас помню. Во время заварушки в Мексикантауне вы были во второй команде. Надо сказать, весьма неожиданно, что президент компании обратился к вам. Все меняется. Не всегда к лучшему. Готовы отправиться туда и сделать все, что прикажет вам босс? Может, тогда и нам дадут возможность работать? Там внутри люди. Вы знаете, где мне их искать? Да, Джози Троп, управляющий фабрики, успела позвонить до того, как у нее отобрали телефон. Она сообщила, что заложников удерживают в кабинете рядом с цехом сборки. Очень может быть. Рабочие занимались сборкой продукции. Логично, что большинство оказалось там. Вы должны знать об этом больше, чем я. Что-нибудь еще? Я смотрю, вы хорошо окопались здесь. Каков план группы быстрого реагирования? Альфа стоит в головном дозоре, а Браво во фланге, готовые к броску на цель. Отсюда мы согласуем их действия, но пока ваш босс не отдаст приказ, руки у нас связаны. Сколько времени у меня есть до начала стрельбы? По протоколу ни минуты. А по мнениям ваших юристов? Чем скорее вы окажетесь там, тем скорее мы сможем разобраться с этой проблемой. Черт бы побрал этих борцов за чистоту. Сколько людей у вас есть? Сколько вам нужно? Их лидера зовут Сандерс, верно? Кто он такой? Зиг Сандерс. Сейчас мы ищем информацию о нем. Похоже, что его дважды отправляли в Персидский залив. Один раз это было связано с актом о повторном использовании. Вы хотите сказать, у него есть импланты? Шариф мне сказал, что нет. Когда-то были. Вроде как они вынуждали его творить зло, и он избавился от них. А теперь у него целая шайка олухов-беспризорников,
которые слушают все его бредни и готовы умереть ради него. Или убить. Сколько их там? Сложно сказать. Мы видели троих во дворе, внутри может быть еще полдюжины. Это приблизительные данные, но других не будет, пока камеры слежения будут крутить старые записи. Этого не должно быть. Я же говорил шерифу, что Причарду следует проверить систему. Раз нам показывают запись, значит, кто-то из них разбирается в технике. Насколько я понимаю, там может быть 5, 10 или 3 дюжины подозреваемых. Они выдвинули какие-нибудь требования? Подожди. Мне кажется, они не настолько организованы. Те, кого я видел, выглядят как уличные хулиганы и бандиты. Из тех, что развлекаются, громя все подряд. Я думаю, что беспокоиться следует из-за их главаря. Ладно, этого мне достаточно. Точно? Не хотелось бы расстраивать вашего босса. Дальше сам разберусь. Сидите на месте, ждите команды шерифа. Можно подумать, у нас есть выбор. Дженсен, это я, Причард. Где ты? На крыше. Осматриваю территорию фабрики. Отлично. Скорее всего, внутрь ты попадешь на участки приема и разгрузки. Скорее всего, Фрэнсис? Что ты хочешь сказать? Там у нас вход для служащих. Борцы за чистоту наверняка тщательно охраняют его. Так что, если ты не любитель лобовых атак, стоит добраться до крыши. Кажется, все под контролем. Спецназа не видать. Никого не видать. Слышу! Выходи! Йоу, если ты здесь, лучше выходи!
Причард, я внутри. Отличная работа, Дженсен. Можно узнать, как? Воздуховод на крыше. В следующий раз, когда будем обсуждать дыры в системе безопасности, я упомяну его в отчете. Господи. Непременно буду записывать. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Рядом со сборочным цехом есть лифт, который доставит тебя туда. Принято.
сказал, здесь должно что-то быть. Чёртовы консервные банки и хлясками! Кто-нибудь видел дебили? Кажется, он покурить пошел. А что? Нельзя шататься, где попал. Сик сказал, чтобы мы были в боевой готовности. Чего ради? Беговые к нам сюда не собираются. По крайней мере, пока все карты у нас. Без дураков. Знаешь, что с Зиком было, когда эта жестянка нас выстрелила? Его не то что ветром, ураганом сдуло. Он вытащит нас отсюда. Если копы не поймают в курилке, пора бросать. Yeah.
сегодня намечено много тем, так что не будем терять время. Хочу обратиться к людям, которые работают на заводах наших биотехнологических корпораций. Слушайте, я вас увидел. Сражаемся за человеческую расу. Это самооборона. Зара. Thank you.
Дженсен, я попытался открыть дверь сборочного цеха, но мои перекрывающие коды не работают. Кто-то изменил протоколы. Что? Разве ты еще не заткнул? Выполняю. Но пока я ищу и закрываю эту брешь, тебе придется вскрывать дверь вручную. Причард, отбой. Access granted. Меня мракобесом. Ну нет, я в тюрьму за это не сяду. Не хочу тебя огорчать, Трэш, но если бомба сработает, эта сволочь будет не единственной дохлой сволочью. Господи, что с тобой случилось? Чак, думаешь, он умрет? Господи, что с тобой случилось? Thank you.
черта не могу найти. Господи. Вы активировали бомбу! Вытащите нас отсюда! Сделайте что-то! Где взрывотехники? Что вы делаете? Сделайте что-то! Спасите! Скорее! Где взрывотехники? Спасите! Скорее! Access granted. Сделайте что-то! Где взрывотехники? Автоматический распылитель. Отключен. Отчет завершен. Хорошего дня. Ричард, позови шерифа. Я нашел заложников. Надеюсь, у тебя хорошие новости? Они в порядке и держатся. Спецназ выведет их, как только я разберусь с образцом. Я скажу шерифу, но ты поспеши. Слушайте, мне надо, чтобы вы сохраняли спокойствие, не кричали и ждали спецназ. Фабрика еще не зачищена. Не зачищена? Но у террористов, у них моя жена. Ваша жена? Она менеджер, Джози. Джози Торп. Они сказали, что она нужна им, чтобы проникнуть в здание администрации. Искали какие-то улики. Пожалуйста, с тех пор я ее не видел. Вы должны ее найти. Я сделаю все, что смогу. Но сейчас я хочу, чтобы вы все остались здесь и ждали полицию. Сумеете? Да, конечно. Но, пожалуйста, поторопитесь. Вы сказали, им нужны были улики? Какие улики? Я знаю. Я не знаю. Это были борцы за чистоту. Они считают, что тело священное, его нельзя видоизменять. Возможно, они искали свидетельство нашей безнравственности. Они знали о тайфуне? Это секретный заказ. Откуда им знать? Мы приступили к нему всего несколько часов назад. Пожалуйста. Думаю, они не ожидали, что кто-то будет работать сегодня. А теперь их загнали в угол. Разыщите мою жену. Прошу вас, пожалуйста. Еще чуть-чуть, и они собирались убить нас. Отравить газом. С кем мы вообще имеем дело?
Что-то тут не так. Прийти сюда за всякой дрянью, это ладно. Но хватать заложников... Спокойно, мужик. Никаких заложников. А? Кто там? Ты... Вряд ли нужно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую компанию. Первая произошла полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь народ волнует вопрос, нет ли другого объяснения происходящему. Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости БИК. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд. Access granted. Знаю, что там с этим хакером. Но ты его не видал. Да, как-то нехорошо было бросить его там одного. А что он там ищет? Наверное, доказательство того, что эти сволочи врут. Зиг так и сказал. Надеюсь, Зиг знает, что делает. Я тоже, чувак. Я тоже.
Чтобы открыть новые способности и модификации, вам нужно набирать опыт. Опыт вы получаете за выполнение основных и дополнительных заданий, а также благодаря особым бонусам. К примеру, если выполните задание, не попадаясь на глаза врагу. Набрав достаточное количество очков, вы получите очки Praxis. С их помощью вы можете открыть улучшение существующих модификаций или новые модификации. Пакеты Praxis можно найти в разных местах игрового мира, а также купить в клиниках протез. Они тоже дадут вам очки Praxis. Чтобы открыть модификацию или улучшение, просто выберите нужный объект на экране модификации и активируйте его, если очков достаточно. Отойди от пульта, живо! Помоги! Твою мать! Причард, ты там? А где мне еще быть? Дай мне шарифа. Живо! Адам, это Дэвид. Нашел тайфун? Да. Но вы не ошиблись, когда сказали, что за этим что-то стоит. Потому что у меня здесь мертвый борец за чистоту с очень интересными имплантами мозга. Не трогай его. Чтобы извлечь нейронный узел, нужен специалист. Возможно, это ловушка. Принято. Что с Андерсом? Спецназ рвется в бой. Разыщи его, пока они не нашли. И разберись.
рабочих взяли в заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли нужно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую компанию. Первая произошла полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь народ волнует вопрос, нет ли другого объяснения происходящему. Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости ВИК. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд на завод Шариф Индастрис. Рабочих взяли в заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли нужно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую компанию. Первая произошла полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь народ волнует вопрос, нет ли другого объяснения происходящему. Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости. Что-нибудь слышишь? Ты под кайфом, что ли? Thank you.
Не могу пробиться. Где шляется Зим? Access denied. Access granted. Thank you.
Access granted. Access granted.
Access granted. Не ври мне! Я не хочу причинять тебе вреда, ты же гражданская. Но придется, если ты не оставишь мне выбора. Если ты никому не хотел причинять вреда, сидел бы дома. Ну надо же! Цепная шавка шарифа! Что, небольшая уборка перед приходом полиции? Он считает, мы нарушаем закон. Заткнись! Вы все осквернители тел, нарушаете закон! Вы все одинаковые! Когда люди узнают, что в банде была жестянка, будет непросто убедить их, что вы чем-то от нас отличаетесь. Что? В лаборатории я нашел одного твоего, который взламывал систему безопасности, используя хакерский имплант. Неплохо, парень. Но я никогда бы не взял к себе одного из таких уродов. Назад, жестянка! Мне надо кое с чем разобраться, понял? Если ты сказал правду, а я тебе не верю, слышишь ты? Но я должен. Я должен проверить. Так что мы с этой бабой уходим. Я не позволю тебе уйти с ней. Стоять, урод! Я сказал назад, иначе этой сучке не жить. Чушь, ты же не такой. Ты не трогаешь мирных жителей. Верно, черт возьми. Я ветеран, у меня есть награды. И я не позволю себя дурачить. Я должен узнать, кто за всем этим стоит. И эта баба мой билет на выход отсюда. Слушай, что бы это ни было, это большая игра. У тебя будет больше шансов докопаться до сути, если согласишься работать со мной. Но я не смогу ничего сделать, пока ты ее не отпустишь. Ты в своем уме?
Я не связываюсь с железяками! Боже, ты меня, похоже, за идиота держишь! И это вполне понятно, потому что именно так я сейчас и выгляжу! Копы загнали меня в ловушку! Единственный выход — взять заложника! Чёрт знает что, да? Твои дела лучше, чем ты думаешь. Ты все еще держишься, хотя этого и трудно было ожидать. Ты говоришь, что воевал. Значит, тебе хватит сил справиться с этим. Тебе не нужен заложник, чтобы выбраться. Это ты верно подметил. Но все же... Да ни за что я тебе не поверю. Ты заодно с легавыми. Они взяли меня в тиски. У меня просто нет выхода. Я здесь совсем один. Единственное, что сейчас заботит копов, — безопасность гражданских, так же, как и тебя. Ты рисковал жизнью, чтобы помочь другим, значит, ты не просто бандит. Это верно. Так и есть. У меня земля горит под ногами. Мой брат в опасности. И все из-за того, что сделал этот мерзавец. Нужно все исправить, но я не могу, пока торчу здесь с тобой. Больше нечего сказать! Послушай, хакер хотел, чтобы ты погиб. Он знал, что ночью здесь будут гражданские, и все рассчитал. Он использовал твоего брата, потому что знал, что ты ему доверяешь. Видишь, как хорошо он тебя знает. Он ждал, что ты возьмешь заложника, а потом полиция тебя прикончит. Ты прав. Черт! А ведь знаешь, он меня когда-то спрашивал о заложниках. Я сказал, что смог бы, если понадобится. И вот решил, что придется, а на самом деле не надо было так. Давай, беги отсюда. Ты свободна. Я сделал то, что ты хотел. Теперь пусти меня. Я тоже устал, приятель. Мне ведь тоже интересно, кто на самом деле стоит за всем этим. Ну ладно. Наверное, я буду тебе должен. Но обещаю вот что. Кое-кто за это заплатит. Адам, что происходит? Доложи ситуацию, Адам! Сандерс ушел, босс. Но я практически уверен, что он подставной дурачок. Кашу заварил кто-то другой. Зараза. Ладно, возвращайся немедленно. На крыше здания администрации есть площадка. Жди Фариду там. Понял. Дженсен, отбой.
Вы в порядке? Да, да, все хорошо. Просто немного трясет. А что с остальными заложниками? Там был мой муж в цеху сборки. Я слышала, они говорили о бомбе. Не переживайте, они в безопасности. О, слава богу. Когда эти люди появились, мистер Дженсен, они никак не могли попасть внутрь. Я лично дважды проверила все протоколы. У нас же проект «Тайфун». Да. Думаю, Притчард сейчас делает то же самое. Оставайтесь здесь. Полиция Детройта хочет задать вам пару вопросов. Скоро вы увидитесь с мужем. Спасибо, мистер Дженсен. Вы герой. Мистер Торп, простите, но объект изолирован. Я не могу никого впустить. Но моя жена, она все еще там. Я должен узнать, что с ней. Вам придется подождать, пока здание не будет зачищено. Пожалуйста, отойдите и не мешайте спецназу работать. Моя жена, с ней все в порядке? С ней все хорошо. Разве что немного нервничает. Полиция хочет поговорить с ней, но скоро вы увидитесь. Не знаю, что и сказать. Я думала, они убьют ее. Вы настоящий герой. Я найду способ отблагодарить вас. Клянусь. В этом нет необходимости. Я просто делаю свою работу. Не скромничайте. Я не сразу узнал вас, но я знаю, кто вы такой, мистер Дженсен. И знаю, что вы еще не должны были возвращаться к работе. Слава богу, вы... Я свяжусь с вами. Ждите. Сегодня ты осчастливил многих людей, Дженсен. Не только тех, кто носит роскошные костюмы. Мне за это и платят. Нет. Тебе платят за то, чтобы ты предпочитал интересы корпорации интересам людей. Но ты нашел способ помочь всем. Интересно, правду ли говорила про тебя доктор Рид? Меган? Ты о чем, Малик? Перед тем, как тебя взяли. Она сказала, что в газетах врут про Мексикан Таун. Что тебя не вышвырнули, а ты сам ушел, когда понял, что хранить и защищать... превратилась в хранить и защищать корпоративные интересы. Я рада, что она оказалась права. Ты готов отправляться? Да, забирай меня отсюда, Малик. Как пожелаешь. Давай, залезай.